Признаки плохих сосудов. Быстрая утомляемость, частое головокружение, слабость, метеочувствительность, появление мушек перед глазами, нестабильное артериальное давление, плохой сон, приступы сердцебиения, онемение, покалывание конечностей, холодные ноги и руки, одышка даже при малых нагрузках. Оздоровление сосудов нуждается в комплексном подходе. Для некоторых людей это будет означать полное изменение образа жизни, но результат стоит этого. Восстановить сосуды возможно лишь прилагая к этому определенные усилия. Прежде всего, следует включить в распорядок дня, каким загружен он ни был бы, физические упражнения, утренние пробежки, занятия йогой, танцами, плаванием. Все это будет отличной тренировкой для сосудов. Нагрузки должны быть умеренными. Нельзя допускать переутомления и перенапряжения. Ежедневный рацион должен включать большое количество фруктов и овощей. К минимуму следует свести употребление жирных и жареных блюд, кофеиносодержащих напитков. Важно не переедать. Кушать небольшими порциями от 4 до 5 раз в день. Также необходимо соблюдать питьевой режим, употреблять не менее 1,5 литра жидкости в сутки. Для повышения тонуса сосудов полезно регулярно употреблять такие продукты: чеснок, орехи, курага, чернослив, изюм. Отлично укрепляют сосуды походы в баню и сауну, обливание холодной водой. Также для закаливания сосудов можно ежедневно принимать контрастный душ. При этом следует учитывать, что зимой контрастный душ лучше заканчивать горячей водой, а летом холодной. Очистить сосуды можно, если вместо воды употреблять отвар из плодов шиповника и измельченной хвои. Готовится отвар таким образом. Берем 3 столовые ложки плода шиповника и 5 столовых ложек хвои. Залить 3 стаканами воды. Довести до кипения и варить на слабом огне 10 минут. Настоять в течение ночи в теплом месте. Процедить. Весь отвар разделить на несколько порций и выпить в течение дня. Курс очищения 4 месяца. Уделяйте больше внимания регулярному правильному отдыху. Сон не менее 8 часов. Прогулки на свежем воздухе при любой погоде. Путешествия, хобби. Оптимистический жизненный настрой, хорошее настроение, стремление к здоровой и полноценной жизни – неотъемлемые условия нормализации состояния сосудов. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!